идет работа над видеообзором, посвященным новой болгарке от Энергомаш, и я решил заснять короткий ролик, в котором мы поговорим о быстросъемном патроне под, собственно, шуруповерты с быстросъемным патроном. Уже не один такой вопрос был, дескать, а есть ли такие патроны и сколько стоит? Итак, обо всем по порядку. В этом году Штурм завез аж два шуруповерта с быстросъемным патроном. Речь о моделях Штурм CD3212 DFR и Штурм ID2155 DFR. Однако мало кто знает, что патроны на шуруповертах, несмотря на немного разные дизайнерские правки, взаимозаменяемы. Смотрите, насколько легко мне удается их переставить с одного инструмента на другой. Однако параллельно с шуруповертами ассортимент Штурма пополнился и отдельным патроном. Он продается вот в такой упаковке и имеет артикул, что на экране перед вами. Он подходит не только к вышеупомянутым моделям Штурм, но и к большинству шуруповертов других производителей. Средняя стоимость патрона порядка 215 гривен или около 8 долларов. Кому как удобнее. Делая обзоры шуруповертов, я уже упоминал, насколько быстросъемный патрон экономит время и насколько быстро происходит смена биты на сверло и обратно. Однако это еще не все. Весьма удобно использовать сразу несколько патронов, в которых будут зажаты, ну скажем, сверла разного диаметра. Процесс смены оснастки занимает считанные секунды. В общем, удобно и быстро. А в следующем обзоре, напомню, я буду тестировать и разбирать новинку от Энергомаш, которой еще даже нет в розничной продаже. Модель UHM 9012PM. Подписывайтесь на канал, будет интересно.